Екскурсії в Германії. Саксонія? Саксонія. Це ріка. Ні, ріку ще не видно. Така у нас скала. Скала, да? Так. Альпіністи. А там мостик. Это река Эльба. Там пароходик идет. Показываем красотищу. Скала, которая отвалилась, завалила там дуб. Отвалилась, упала с вас туда вниз, возле вот красной крыши. Но никто не был. Был домик, да, никто не погиб. Ух, как какая красота. А вон тоже, смотри, прям здание на горе. Видно, равнина, не да. Знаю, что это. Какое-то плато. Угу. Такое поле по центру, да, региональное? Ну да. Как будто какая-то картинка. Со сказкой. Пойдем уже мороженым кормить. Да. Сейчас я еще покажу вот как здесь. Та смотровая площадка, на которой мы стояли. Как она треснула, да? Вот отсюда лучше всего видно, да? Und das Seil wird aber dann ausgespannt, wenn das Schiff nee, da drüben die, ist. Da hängt die Schere, die Fähre dran. Mhm. Und die hat ja keinen Motor, sondern... Lässt sich von der Strömung. Genau. Und dann